Модель физического противоречия – это один из эвристических методов проектирования, который позволяет создавать новые видения проблемы путем выбора некоторого важного параметра и создания двух противоположных требований относительно этого выбранного параметра. Применяется он в системе параллельного мышления в ходе вот такого анализа изобретательской ситуации, каким образом выявляется и выделяется этот параметр. Ну, это отдельный разговор. Без функционального анализа его найти довольно трудно. Хотя в простых случаях можно увидеть его и сразу.